Первое комплекс, это мы тоже в силовой комплекс сами, то есть я буду показывать. А следующий комплекс смены, он будет фан. Далее у вас пол более свободный, называется кадровый, либо лёгкий без погоды. Вы занимаетесь здесь для тех пор, что кадровый выполняете, если такая команда. Так, больше как комплекс, и вы сразу перебегаете в него. Та команда, кто закончила, идет вокруг комплекс, который закончил. И тоже. Я нажал сюда тоже. О, вот не все. Ага. Это посложнее, чем в комплексе.
полтора прямо. Они просто охуели. Я просто 10 минут подыхала, думаю, я не выживу, блин. У них иногда первые там какие-то круги дают. Делают, я два круга делаю, все, третий там все. Thank you.
5, 6. Работай 50 каждой ногой. Просто как раз напрягать должно. 2, 3, 4, 5. Вы опираетесь полностью плечами. Вот. И
его движения. А будете его накидывать? Ни в коем случае свои не накидывать. Почти так выходы идет. Понятно? Но спина в любом случае здесь не округляется. То есть у нас путь пойдет. Лен, соплями можно. Я сейчас солью. Да. Я на полумастерство смазываю. Соплями можно. Я так. Пока дальше пойдет. Возвращается, его позицию занимает другой. То есть начинает другой. Нет, просто легче сейчас. Холодильник толкать. Не любовь. Это не работает. Здесь столько. Туда обратно один протащил. И по 30, и по 30. Да. Каждый должен сделать. Как только возвращаешься, это мое. Ваша задача сделать вот эти вот комплексы. Три круга. Посчитайте, на чем вы останавливаетесь, когда возвращается один участник. Понятно? И вы будете таскать до тех пор, и меняться, пока вы не сделаете полностью три круга. От трех до пяти. Вы сначала сразу говорите с командой. Сколько будете делать кругов? Три или пять? Все зависит от того, что я буду. Понятно? Вы чё? Пятерку надо сделать. Пять. Вы чё, блядь? Три или три, блядь? Как Осмаков 50, а потом 30. Пока каждую часть сделать, сколько вы говорите, 5, да? Пока каждую часть сделать 5 кругов, Ника, мама, привет. Ты думаешь, я знаю, кто такая Женя, Юля и Ксюша? Привет, Инусь, привет. Юль, передай привет, тебя ждут. Привет. Поэтому кто сделал боковые, после звонить либо берете девятку, либо берете нет. Либо вот сюда, либо вот сюда. Много вопросов. На, передай привет. Привет, передай. Привет. По самочувствию. Если справляетесь, делайте. Либо, если так было остановилось, выпадете на карту. Далее. Вперед, тумбы. Следующая команда. Кто? Следующая команда кто будет? Thank you.
они как свободные звено заявляются к лучшему отпадать. Следующая команда. Кто еще? Да. Девочки, помашите ручкой. Это эфир Риткин. Лена, ухожи, привет, я тебе обещала передать. Юлька, ты тоже. Я рад, посмотри, как запрыгивает. Жень, далее. Пошли. Кто у нас еще? Поселова, тебя здесь ждут. Качаем пресс. Блин, а знаете, как я им завидую? Вообще, я бы сейчас на месте их бы уже все бы сделала. Thank you.
Давай! Попёрла! О, девчульки! Потренилась бы, передала бы эту камеру. Нельзя. Сегодня я инвалид. Девочки, чтобы эфир не вылетел, мы сейчас перезагружаемся.